справа от Москвариума и слева от павильона «Нефть», от компании «Лукойл» открыта детская интерактивная площадка «Нефтеград». На площадке установлены 4 стилизованных игровых комплекса с горками и элементами для лазания. Морская нефтедобывающая платформа, нефтеперерабатывающий завод, бензовоз, гоночный болид. Есть здесь и интерактивные панели, а также батуты и качалки. Площадка оборудована специальным безопасным покрытием и обеспечивает беспрепятственный доступ взрослым внутрь конструкции. Совсем близко от детской площадки кафе-мороженое.